Всем добрый день! Вы смотрите канал «Вязание свелта». Сегодня такое быстрое подключение. Я хочу рассказать немножко про свое второе хобби и работу, можно так сказать. Я шью постельное белье для продажи. И сегодня шила наволочки. Вот столько. Я видео ставлю, фото, как и другие, из других тканей, как выглядят мои наволочки. Я шью для продажи и продаю я в Facebook, там эти продажные группы, а также принимаю участие на ярмарках. И вот эти наволочки у меня размер 50 на 70, а здесь я шила 50 на 60. Но больше всего покупают вот эти 50 на 70. Цена моих наволочек 2 евро 50 центов. Я уже говорила, я живу в Латвии, у нас евро. Ну да, по такой цене я продаю. Шью я также и эти наволочки, извините, не наволочки, пододеяльники и простыни, ну комплекты, да. Шью я, раньше шила из сатин, а теперь я перешла на хлопок. Ну да, поэтому у меня и вязание не идет так быстро, как бы хотелось, потому что надо время найти для шитья. Джемпер свой я закончила, на следующей неделе будет фотосессия, буду делать, и буду делать такой экспресс мастер-класс, буду рассказать, сколько петель набрала, на каких спицах вязала, ну вообще все эти подробности. Да, вот эта пряжа у меня сколько осталось. Это розовый такой клубочек, а это зеленая у меня, я там запуталась вообще пряжа. Надо сейчас клубок все мотать. Ну да, ну здесь где-то грамм 30, наверное, будет. Так, на этот раз все. До свидания, до новых встреч.